Мясо нежное. Чувствуется, как по языку волокна раскатываются. Давно я такую говядину не ел. Всем салют. У нас в предыдущем ролике кабану не здоровилось. Сейчас ему хорошо, мы его прокололи. Он жив-здоров, в полном здравии. Также у нас, я когда начинал с Алины строить дровник, поленницу вот эту, я тогда говорил, что мы вкапываем столбы из ивы, и они должны прорасти. Вот он результат. Пошли молодые побеги. Даже пошли побеги на тех столбах, вот горизонтальных, которые не в земле. Понятно, что эти побеги, они потом завянут, а вот эти начнут, продолжат свой рост. И мы здесь будем формировать такой вот красивый шарик с четырех сторон. И будет у нас такая живая поленница. Также по этому способу, я думаю, делать вокруг хутора забор такой, как вот раньше делали, из жердей. И основу за основу взять столбы из ивы, опять же ее формировать, она будет такая массивная, в процессе появятся столбы, когда это все будет расти там с годами. Поэтому забор будет, можно так сказать, вечный. Нужно только будет менять жерди. Сегодня у нас по плану у Рафа и у Нюши заменить на более большую емкость корыто поставить для поения. Нарезать им травы. Ну, в общем, там в процессе мы посмотрим. Дрова надо поколоть. Разберемся. Поэтому вам приятного просмотра, а мы пошли трудиться. Раз, на бромеладик. Видели, как кинулся? Это говорит о том, Алин, прикрой, пожалуйста, калитку. На. Отжился наш кабан. У него было механическое повреждение ноги. Он вот здесь вот в кормовом столе поломалась одна доска вместе соединения сучка. И он, судя по всему, наверное, достал сюда, когда разворачивался, вывихнул, либо растянул там сухожилину, либо, ну, просто вывихнул ногу, поэтому сейчас отжился, сейчас все хорошо. Мы его в тот момент прокололи бицилином, это антибиотик от такого обширного действия, но все же лишним это не было. На, дорогой. Живет кабан, радуется жизни, да? Раф, ты такой хороший у нас. Ты такой хороший у нас кабан. Ну, ты хороший. Хороший. Ты будешь меня обсюмакивать, да? Будешь обсюмакивать мне кроссовки? Все, тихо, все. Все. Раф, все, нету этого. Мармеладика больше нету. Все, все, давай. Я через забор. Доедай яйцо. По поводу кормления кабана. Многие пишут, что нужно кормить жидким кормом. Если вам будет интересно, я этому вопросу посвящу минут 5-7, может быть, в ролике. Вы напишите, если вам интересно это послушать, это посмотреть. Я расскажу, почему правильнее кормить сухим кормом, нежели жидким, либо, как его в народе называют, влажным кормом. Да? Раф, скажи, мне нравится комбикорм, который я кушаю. Пошли Нюшку покормим. Нюша, Нюшка. Иди сюда, я тебе вкусняшку принес. С Нюшей другая ситуация. Она такая свинка дикая. Она к себе не подпускает.
Может быть, это и правильно. Вот здесь ее логово, она тут спит. Я периодически подсыпаю скошенную траву. Это свежая трава, которая уже высохла. Ну, такое сено молотое. И старая трава, которая лежала под прошлогодняя, под свежей. Она тут зарывается, ей тут комфортно. Обратите внимание, какие перерыла канавы. Такие тут окопы, как на танковом полигоне. Она подросла, причем существенно подросла. Я думаю, набрала килограмм 10, это точно. К себе не подпускает. Тут момент такой. В момент опороса она либо изменится в плане поведения в лучшую сторону, либо наоборот станет еще агрессивнее. Но, как правило, вот такие свиньи, которые ведут себя так, не то чтобы агрессивно, а просто диковато по отношению к человеку, после первого пороса начинают, ну, так их состояние психическое начинает меняться, и они как-то так лучше себя ведут. Но может быть момент, когда свиноматка поросится, она, если она такая диковатая, она очень плохо относится к поросятам. Но это редко случается, потому что это первый опорос. Если в процессе опороса никакой боли, так сказать, серьезной, там ни порывов никаких не было, то, в принципе, они становятся нормальными. Опять же, надо будет обрезать клычки в течение первых трех дней, ну, на третий день. Потому что, когда поросята начинают сосать свиноматку, они клычками необрезанными ей делают больно, и она начинает звереть. Поэтому все эти процедуры будем делать. Вопрос, опять же, как этих поросят из-под нее забрать, если она вот в таком же состоянии и как бы останется. Но это уже 39-й вопрос. У нас осталось как раз... Это тунец, да? Да, остался тунец, стейк из тунца. Почему-то мы про него забыли, и он, ну, так сказать, не стали его кушать. Нюша, иди сюда. А Нюша у предыдущего хозяина, она ела мясосодержащие продукты. И это очень нравится, поэтому мы решили не Рафа, а именно ее подкормить этим мясом. Нюшка, иди сюда. Давайте я выйду. Я думаю, она сейчас подойдет к кормушке. Плохо, когда коса не своя. Ручка вот эта заворачивается, коса втыкается в землю. Это мы в соседний хутор ездим, подкашивать траву. Тут растет этот одуванчик. Такой в народе называют мышиный горох. Ездим сюда, подкашивать траву. Хорошая трава для поросян, ну, для свиней, для наших. В этом доме редко приезжает. В прошлом году все лето жил человек. В этом году он пока как-то редко приезжает. Мы тут с соседями договорились, которые с ним хорошо общаются, что здесь будем подкашивать. Ну, в общем, такое, знаете, доброе дело сделаем человеку, подкосим травку возле дома еще. Самая лучшая грабли для согребания такой травы — это деревянная. Но ими тоже аккуратно работать нужно, можно зубчики побламывать.
такие хрупкие. Ну, это ж такие больше садовые, да. Такая ерунда садовая. Так. Так. Я вот здесь вот еще подкашу, потому что там уже лютик идет. Три, четыре, пять, шесть, давай еще четыре, семь, восемь, еще два. А сколько было, ты не считал? 14. 14? Раньше было 17. Не ушко. Должна подойти. Вот она медленно, но подходит. Такая активная синька. Длинноногая. Она, во-первых, длинноногая, во-вторых, она еще сама по себе. А тело у нее длинное. Интересная. Мадам у нас. Вот она все пошла. Ветерок в ее сторону дует. Носиком потянула, сейчас, наверное, на... ну, в любом случае она, конечно, найдет, да. Обоняние у свиней, я не перестаю это говорить, оно самое лучшее в мире из всех животных. Вот, видите, как все очень быстро. Я думаю, такое Нюшка кушает впервые. Да? Динозавр наш. Вкусно тебе, да? Нюшка. Хорошая наша.
сегодня гуляли по рынку, и моему взору попала вот такая замечательная говядина. Мы ее купили, и сегодня будем готовить. Готовить будем тушенку. Тушенку по советскому ГОСТу. Рецепт простой. Это соль, лавровый лист, черный перец, немножко лука. И, возможно, может быть, мы не во все банки, мы добавим рапсовое масло. Так будет, без масла будет полезнее. На улице уже 11:30 ночи, нам не спится, потому что надо готовить мясо. Мясо замечательное, красота. Смотрите, какие волокна. Такое с жилками жира, с прожилками. Хорошая коровка. Это кусок длиннейшей мышцы. Сейчас порежем. Я тут уже начал. Все самое простое и самое вкусное было в вашем детстве. Тогда, когда это было, я еще пешком по СО ходил, но что-то я запомнил, мне это нравится, и мы это делаем. Говяжки немало, в районе 10 килограмм. Если работаете с большим объемом мяса, старайтесь надевать на руку кольчугу, перчатку такую кольчужную. Я ее одевать не стал. Нож острый, поэтому все будет хорошо. И по моей личной рекомендации, по моему личному наблюдению, посоветую вам работать с мясом только острым ножом. Даже вот этот нож, которым я режу, я не могу сказать, что он прям острый-острый. Это наш обычный кухонный нож. Но вот так вот, как я режу, мясо резаться не должно ножом. Должно разрезаться практически в один разрез. То есть в один рез. И чем острее нож, тем меньше шансов у вас порезаться. Мясо в руках не ерзает под ножом, под острым. И работать с острым инструментом одно удовольствие. Говяжка просто огонь. Это у меня на рынке знакомый выращивает говядину. Это бычков, коров. И у него там одна коровка, которую пришлось... В общем, она перестала давать молоко. А корова, которая не дает молоко, называется жадина говядина. Можно по рецепту добавляют жир-сырец, но здесь жир есть, мы его добавлять не будем. Там 10 с копейками процентов, практически 11% от нормы года, от нормы закладки. Это жир-сырец. Как готовим мясо? Нарезаем кусочками, вот такими, где-то граммов по 30, по 50, может так по 40. Потом перемешиваем только солью. Соль из расчета 400 граммов на 6 граммов соли на 400 граммов мяса. Тут у нас 5 килограмм, соответственно, 75 граммов. Нам нужна соль. Все это перемешиваем. Все остальные ингредиенты, такие как лавровый лист, перец, лук, мы кладем на дно банки. Не рассчитали объем мяса под нашу самую большую в квартире емкость.
Надо покупать таз побольше в следующий раз. Надеемся, уже следующие кулинарные мясные шедевры мы будем готовить у себя в мини-цехе, который в скором будущем привезем на хутор. Тот, кто не видел краткий обзор цеха, можете посмотреть по ссылочке вверху ролика. Лука забрасываем немного. С лавровым листом тоже не шутим. Два листочка на банку, на литровую вполне. На пол-литровую одного листика более чем достаточно. Перец черный можно использовать как горошек, так и молотый, но мы будем использовать горошек. Тоже там горошин по 6, по 7. Больше не надо. Так, ну и делаем закладку. Мясо накладываем вот до этой части, в народе называют плечики. То есть полностью банку не забиваем. По поводу банок, производитель рекомендует использовать только пол-литровые банки, так как в пол-литровой банке более качественно приготавливается продукт. Я в данном случае использую литровые по причине отсутствия пол-литровых. А теперь самая интригующая часть – распаковка. Мы заказали автоклав компании «Домашний стандарт». Давно мечтали делать тушенку. И вот этот момент настал. Автоклав не маленький, на 24 литра. Так, все как всегда разваливается. Это лишнее. Вон. Электрический. Примерно вот сюда поставлю. Опа. Вот он наш красавец. 304-я нержавейка. В принципе, та нержавейка, которая применяется в пищевой промышленности. Хороший градусник для бани. Пугающих размеров штуковина. Ну да, на 24 литра. Сейчас мы, если все поместится, прям всю тушенку туда и удобные струбцинки вот эти. Слушай, ну молодцы, россияне. Мне это начинает нравиться. Советский Союз возвращается. Все должно быть свое. Там у нас стенд с подогревом. А это площадка, на которую все ставится. Так, что мы имеем? В комплекте мы имеем силиконовый шланг. Это для отвода влаги через клапан. Есть две вот таких прокладки
для зажимов нужная вещь. Книгу рецептов, 120 рецептов. Руководство по эксплуатации. Я дополнительно заказал себе пульт управления. Он обеспечивает автономный контроль за автоклавом. Есть прикольная щеточка для бровей, не шутка. Щеточка, я, насколько я понимаю, это щеточка чистить клапана. Есть крышка. Крышка с памяткой. Заглушку прикручиваю только при самогоноварении. То есть это для самогонщиков. Нам это не надо, мы самогон не пьем, поэтому... Но в этом автоклаве можно, я так понимаю, готовить еще и самогон. Но это для тех, кто практикует. Собирается все очень просто. Прикольный хомут. Прикрутил, зажал. Открыл, показал, закрыл. Так, готовить будем на пару. В инструкции написано, на пару готовить намного быстрее, чем на воде. Эффект тот же самый, но приготовление, процесс приготовления быстрее и экономия электроэнергии в данном случае, как у нас с Омспеном, есть также автоклавы, которые нагреваются на газу, то есть экономия и электроэнергии, и газа, соответственно. Заливаем воду по инструкции 5 литров. Перед этим устанавливаем поддон, на который будем ставить банку. Все красиво. И устанавливаем банки. Перед установкой крышки обязательно нужно убедиться, что прокладка установлена правильно. Сейчас мы эту конструкцию поднимем, она не легкая, но порекомендую сразу поставить ее на какую-то поверхность. В данном случае правильно вообще поставить на пол, но я хочу поставить наверх. Весит она, конечно, немало. Так, в нашем случае у нас еще есть пульт управления. Подключаем пульт. Удобная вилка. Вставляется палец. Классно вынимать из розетки. Так, сначала подключаем все. Подлить немножко масла в то место, куда вставляется термометр. В нашем случае это щуп. Сливной шланг, опустить в какую-нибудь емкость. Вот сюда. В общем, там по инструкции разобраться не есть проблема. Выбираем ручной режим. В данном случае банки литровые. Я хочу поставить их на 90 минут. В моих рецептах есть режим на 75 минут, но... Мы выберем температуру 120 градусов. Время выберем 90 минут. Проверяем клапан. Щелкнули один раз. Клапан в рабочем состоянии. Установили режим, нажимаем пуск. Все, пошел нагрев. Ждем сейчас, пока нагреется автоклав. Проверяем давление. Идем спать.
потому что на часах уже 1:24 ночи. Поделюсь своим собственным опытом приготовления мяса. Это касается абсолютно любого мяса. Самый лучший маринад – это мясной сок. То есть просто нарезали мясо, специи, соль и все. Поставили на там какое-то количество времени. В данном случае мне нравятся сутки. Сутки это все пропиталось, мясо пустило сок. Это самый лучший маринад. Шашлык становится вкусный, сочный. Любое мясо становится такое же. Все остальное, любые маринады, это честно, это на моем опыте, я никого не убеждаю, это ерунда. Полная ерунда. Лучше мясного сока никакого маринада нету. Пищевая нержавейка, она гармонирует на кухне. Она будет гармонировать в цеху. Ну да, в цеху, конечно. Автоклав вышел на заданные параметры. Пульт управления фиксирует сейчас температуру, время установленное, потом время оставшееся до конца приготовления. Мне понравилась работа пульта управления вместе с работой автоклава, то есть клапана срабатывают именно в тот момент, когда здесь температура подходит к заданным параметрам. Все устраивает. Компания «Домашний стандарт» делает реально замечательные вещи. Мы идем спать, это все готовится. И я вот стою и думаю, мы сейчас пойдем спать. Завтра, точнее сегодня уже утром я проснусь и попробую вкусную тушенку. Ого, реально классно. Почему компания «Домашний стандарт»? Почему именно выбор пал на эту компанию? Да все очень просто. Само название «Домашний стандарт», оно, так сказать, подразумевает качество, надежность, ценовую политику. Все устраивает. Завтра попробуем, расскажу вам, точнее сегодня утром попробуем, я вам расскажу, где данное устройство можно приобрести. Наконец-то долгожданное утро. Температура на пульте управления 32 градуса. Мне уже даже интересно, что там. Фиаско ли это? Или победа? Вся вот эта жидкость, это внутри банки. Это мясной сок. Когда остынет, превратится, судя по всему, в жир. И получится настоящий советский, то есть по-настоящему советскому рецепту. Все как по ГОСТу. Крышка банки вдавлена вовнутрь, соответственно, внутри вакуум. Это хорошо. Ну что, стоим, давайте пробовать. Что, я в школе вместо ручки кистевой эспандер просто так держал? Ха, не просто так. Вот такую тушенку, я уже понимаю, классно добавлять в
картошечку. Давайте пробуем. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Сейчас, секунду. Мясо нежное. Чувствуется, как по языку волокна раскатываются. Давно я такую говядину не ел. Рекомендую. Автоклав «Домашний стандарт» можно приобрести, перейдя по ссылке в описании.